Астрологический прогноз на 8 декабря 2022 года. Это четверг. Луна находится в знаке Близнецы. Действуют рекомендации 15 и 16 лунных дней. День хорош для начала достойных дел. Хорошо давать клятвы, заключать союзы, начинать лечение и строительство. Хорошо делать то, что будет вам потом долго служить. Благоприятно впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для всего нового, модного и интересного. Возможны новые знакомства и удачи, связанные с детьми. Возможно посещение развлекательных мероприятий. Хорошо делать покупки, работать с документами. В этот день исчезнет ощущение препятствий и бесконечного вороха мелких дел, которые не дают сосредоточиться на главном. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День принесет выгоду и пользу. До вас дойдут деньги и люди, которые медлили по разным причинам. Хорошо оплачивать счета и возвращать долги. Хорошо заняться срочной работой. День также благоприятен для медицинских и косметических процедур. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для личных дел и для заботы о своей внешности. Возможны благоприятные обстоятельства, связанные с детьми и праздником. Хорошо взаимодействовать с окружающими, обсуждать то, что раньше считалось невозможным. День также хорош для торговли и посещения общественных заведений. Знаки воды. Рак, Скорпион, Рыбы. День хорош для хозяйственной деятельности и для участия в семейных событиях. Благоприятно действовать осторожно и бережно. Хорошо наводить порядок и укреплять свое здоровье. Благоприятно исправлять ошибки и завершать долгие дела. Хорошо в этот день посетить храм. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.